то, чем на ваших глазах занимаются толстый и тонкий, это попытка скомпрометировать утверждение о полной, бескомпромиссной проходимости all-terrain vehicles от Автограда. Попытка, заранее обреченная на неудачу. Но как хочется доказать свое превосходство. Но не получается. Почему? Потому что угрохать такой агрегат можно только с обрыва или на минном поле. В этой технике каждое колесо живет своей жизнью, пропитанной желанием цепляться за любую поверхность. И это не внедорожник, это спайдер-кар. То есть машина для Человека-паука. А уж коли вы таковым не являетесь, тогда читайте по губам. Тут особого таланта не требуется. Но он, этот талант, необходим, чтобы лазать по непролазным буеракам, четко распределять нагрузки по осям, держать равновесие в конце концов и не попасть на дифференцированную сумму в 10 тысяч условных в случае чайниковского вождения. Ну что, господа, экстрим так экстрим. Взрослый, не детский, серьезный. Экстрим вместе с кем? Ну, экстрим, разумеется, вместе с Автоградом. Вот что-то он нам сильно полюбился, и не первый год, кстати. Почему он нас так сильно любит, и почему мы его так сильно любим? Ну, это самая мощная в городе фирма, не боимся этого слова. И эта самая мощная в городе фирма представляет вам полный перечень услуг, связанных с автомобилями, мото и другой техникой, включая гидроциклы и вот такие АТВшки. И скажем честно, сравниться с американскими полноприводниками, монстроподобными четырехколесными транспортными средствами может, ну, немногие кто. Есть и Китай недорогой, но если вы хотите настоящие монстр-траки, в которых можно и в пампасы, и в дебри, и в горы, соответственно, и на рыбалку, и зимой, и летом, да хоть когда, то это вам сюда. И, кстати, вместе с детьми. И для этого вот эти АТВшки, у них мощность и объемы двигателя от 50 кубиков и выше, до 800. И вот это совсем серьезный вариант, с полной блокировкой. И вот, вот посмотрите, как мы лазим там, куда, ну даже двигателя, даже хвост туда загнать сложно. А мы лазим. Почему? А потому что, ну, база широкая. Но скажем честно, вот так вот экспериментировать, это надо серьезный навык иметь. Сколько такие транспортные средства стоят? Ну, опять же, для детей и для взрослых. От 180 до 450 тысяч рублей. И Автоград, что на Маржане 9, ну, их продает, разумеется, они есть в наличии, их очень много. Кстати, если где-то закончилось, приезжайте сюда, оформляйте кредит, это тоже можно сделать на мототехнику и гонять. Для детей есть задний привод, для девушек есть облегченный вариант, и для настоящих мужиков есть полноприводник. Но только имейте в виду, когда включаете полный привод, руки вы уже закачаете где-нибудь. А сейчас вас ждет самое интересное. Дело в том, что Автоград регулярно нас спрашивает: Леша, ты можешь загнать куда-нибудь, ну, туда, куда другие транспортные средства не лазят? Ну что ж, поехали. И для этого наша любимая лужная грязь. А в этот раз мы призовем на помощь вашу американскую мать. Я честно думал, что здесь нам каюк. Потому как в трезвом уме и в здравом рассудке залазить сюда и повторить судьбу девушек из замечательного произведения «Зори здесь тихие». В том и в этом шедевре искусства были моменты эротики. Там, правда, это была короткая сцена получениями девушками загара в неглиже. Здесь полноценные полторы минуты грязной битвы тонкого менеджера Автограда и толстого понятно кого. В полном, настоящем шите, любезно найденном автостопом для подобных безумных экспериментов.